Контакт с инфекционными больными в течение 14 дней не было. Официально COVID-19 болели? Нет. Второй месяц каждую пятницу к сотрудникам одного из крупнейших предприятий региона, расположенного в Новокуйбышевске, приезжают врачи для проведения вакцинации. За это время привились более 2000 человек. И те, кто работает в городе, и те, кто трудится вахтенным методом. Сотрудники приходят вакцинироваться даже семьями. Этот формат взаимодействия стал возможен благодаря тому, что компания заключила договор на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции с Самарской горбольницей номер 10. Мы не будем останавливаться на достигнутых цифрах. Потому что понимаем, что для того, чтобы мы вернулись в обычное рабочее русло без вот этих всех антиковидных ограничений к нормальной жизни, нам нужно провакцинировать персонал, добиться коллективного иммунитета, и чтобы мы могли спокойно работать дальше и отдыхать. С понедельника начнется запись желающих привиться в следующий приезд врачей. Тем работникам, кто уже получил сертификат о вакцинации и представил его, на предприятии предоставляется один дополнительный день к отпуску. Врачи напоминают, что скоро осень и не за горами сезонный грипп. От него тоже нужно вакцинироваться. Сделать это рекомендуют не раньше, чем через месяц после ковидной прививки, когда будет сформирован иммунитет. Таким образом, максимально защитив себя и близких от инфекции. Виктория Шара и Сергей Кизоркин. События.